три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И последняя по очереди. Сначала первый, потом второй. Это не последняя, но предпоследняя. Один берет правой рукой, другой левой. Отворот вот здесь. Я правый, он левый. Я правый, он левый. Вот посмотрите еще раз. Вот. Я долго буду ждать. Отворот, да. В ту сторону будете делать. У вас нет. Оба взяли с одной стороны. Нет, другой рукой возьми. Да. Ты туда делаешь, и ты туда. Да, готовы? Аджи, пошли. Раз, первый, второй, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, да, десять, а ты? Я не понял, это что же такое? Не надо наоборот. Чей поезд? Все поезд валяются? Да. Одеты. Все поезда, что были одеты. Поезд это как трусы. Да, это личная вещь. Ой. Надо еще здесь написать, как привет. Как там, у дома, Сережа. Что это твой поезд. Выше серебро. А если вы ходите в белом поясе, как новички, то это, конечно, тяжело. Никакого уважения. Только занимаюсь. 6 лет, все белый пояс. Я только сейчас его делаю. Они будут думать, что он новичок, и когда кинет, они удивятся. То вот кинет? Да. Он упадет, как новичок. Нет, не упадет. Да, да. Встали, приготовились. Другой рукой взяли. Девочки, вы бросаете вправо-влево, пошли. Раз, два, три, четыре, повтори, разные сзади подножку, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, Матео, сели на колени. Так, вот эти две пары, девочки, сюда, Катерина, сюда. Вместе с Алексом. Так, да, перейдите туда. Еще, еще, еще. Давай, быстрее переходи. Что? Пошли, посмотрели, сил нет уже. Театр посмотрели, сил нет уже. 3 дня отдыхали. Вы сюда. А, нет, ты сам поставил. Вы да, сюда чуть-чуть. Боремся в партере. Боремся в партере. Готовы? Не дискотека была. Вот сюда. Вот сюда. Сели. Одаренные дети. Дань, уйди дальше. Дальше. Дань, туда, да. Все, боремся в партере. Что, его что, разогрели? Да. Пошли. Сейчас одну секунду. Сейчас. Виктор. Вот. Ну что,
А Коля, старайся всегда перекрыть. Молодец взял. Ноги кверху. Одну руку перекрыл, ногу перекрыл и перевернулся на ногу. Нет,
Матерь, положись на стол. Сверху, сверху, сверху. Миша, сверху! Да, правильно. Готовы? Нет, неправильно. Сверху. Сверху. Тысяча. Вот если ты между ног, если партнер, который мне делает удержание, его нога между ног, я могу там здесь крестить, и удержание не считается. Если он твой между ног, удержание не считается. Пацан! Три вправо, три влево. Ну, ты сто раз. Так, иди сюда. Почему?
Значит, вот он. Вот. Так, сюда. Сюда, вот сюда. Все, вперед. 30 бросков задняя подножка. Право, влево. Да,
Илья Шов! Давай, давай, лучше. Так, давай. Делаешь его 20 раз. Как можно засечь? Ты делаешь его. До усечи. До усечи. Как можно засечь? Делай, Сань, спасибо. Ты делаешь ему до усечи. Посмотри назад. Не вижу работы. Что это такое? Через спину в колено. Мате. Так, все ушли, сели, кроме. Раз, два, три. Вы втроем сюда встали. Заправиться. Так, остальные сейчас бороться будут. Да, ну садитесь, да. Ва-ва-ва. Так, кого я не вижу? Колю не вижу. Все вроде бы. Из лицея, который у меня. Коля. А, Чезаро. Коля вы не звали. Игоря. Так. Еще раз напоминаю. Каждую тренировку буду спрашивать, в каком весе. Затем я беру палку. Подвожу к весам. Взвешиваю. Весом 3 килограмма бью. Если что? Если 3 килограмма, а ты там 66, а там 69. Значит, я бью. 76, а там 73. Бью. Что ты улыбаешься? Просто так идти на соревнования, чтобы упасть? Мне это не надо. Или они делают специально, знаешь, жрут и говорят вес меньше, а потом, ой, я легко сбросил. Ты понимаешь, что такое вес сбрасывает? Да. Ты не понимаешь? Нет. Потому что ты не пробовал. Да. А у меня, будем говорить так, с класса 9-го, я постоянно гонял вес. 3 килограмма, 4, 5, 6, это еще так, среднее. Но 2 килограмма постоянно. Если у меня был вес 71, у меня был вес 74. Постоянно гонял вес. Потому что выходить с теми, кто в 2 раза сильнее, в 2 раза больше весит, не имело смысла. Хотя я не боялся, я боролся и с тяжами, и с 120, но это совсем другое. Так. Сейчас. А это что такое? Это что такое? Мужчины все врач. Ага, вам. Вы встали. А в плане, если еще не заправлен. Так, значит, я завтра не смогу подойти, а подойду в среду. Я постараюсь позвонить. Ты мне свой телефон дал, вот я не помню. Выйдешь, когда позвони, если там отзовется, я посмотрю и позвоню твоей женщине, чтобы она как бы это, сюда ближе. Как ее зовут, главная, которая один там? Никулина. Никулина, да? Которая на контейнере, на столовой? Да, Никулина Горь. Не та женщина тебе говорила, а то, что там сказать. Да, Сенцов. Это... Так, кто этот самый? Там есть такой он. Бу-б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 у-
уходит вместо него. Вот. До конца месяца. Значит, сыр будет, ты вместе с ними кушаешь? Кем? Ты хочешь кушать? Денис, Бессон. Да. Бессон. Они не с нами кушают, а с Владом. Ну как? С кем? С Владом кушать. Владом. А, ты будешь большими, да? А какой у вас? Он седьмой. А, так он с нами, да. Ну. Я с Владом. Ты даже не знаешь, с кем ты кушаешь. Вот они кушают. Ты два раза ходишь, я понял. После четвертого. Я понял. Ну я ж тебя видел, вы. Как видел? Я дома с тобой здоровый. Я даже не знаю, с кем. А я два раза не кушал. Ну так ты с Владом кушаешь, шестили. Все офигели. Ой, сердечный мужик. Все, вам Алинеере. Дрим. Далее. Все, вы домой. А твой Максим пока сегодня не пришел. Все, домой. Так вот на речевке нету доходит. А? Вот на речевке не в нашем. Нет. Вот на его. Его. Вот такой. А если обжираться и халяться, то ничем... Восьмой. Так вас что, Нати, два? Я пока не могу выиграть его. Но я уже написал бы его. Сидит тут. Подладно. Так. Так. Этот, вы тоже выходи. Ты заправил? Так, сыр в лесу туда. Туда в конце. Так. Вот тут. Вот иди. Так, ты будешь бороться против. А тут туда. Саша туда. Так. Лиза туда. А кто первый начинает? Так, сюда выходит. Миша сюда. Так, просто по-любому подходит. Побескуна, черт, иди. Так, вот вы молодой человек. Да. Так, против него выходит Андрей, и который здесь сидит. Зачем я не могу? Я молодой. Да. А вот там просто. Это не стримит. Это тоже. Помогите друг другу. А это могу я. Вы не помогите друг другу. Даже как я. Я сыну, выходи. Да вы проиграли. Сыну, выходи. Выходи в подводу. Ты просто красивый, понимаешь, тебя наклеить. А это сидит, я не знаю. Шупырло. Готово? Че? Еще раз, Влад аккуратно. Сколько должен остаться, Влад? Кто ты ходишь, смотришь? Ну я без него зуба, блин. И что? Давай. Это все техника. Как отрабатываешь технику, так и зубы. Давай, Влад, работай. Матея, следующий выстрел. Бегу. Следующий. Матея, следующий. Пошел. Хаджи. Потом ты пойдешь. Хаджи!
Раз, два, три, по 10 секунд. 5, 6, 7, 8, 9, молчите, Давай!
сына за то, что упираешься и не работаешь. Нет? Да. Правильно, болевой, болевой, болевой умер. Не прохладь! Стоп! Саня, делай болевой, ты поднимаешься к нему, чтобы рука согнута, и ты поднимаешься, она напрягает. Молодец, Андрюха, на другой бок. Матвей, следующий. А я что? Но возникла вот. Баб тут. Ну, понятно, мне уже надоели. Еще раз. Не разговаривай на боре. Давай уже время пошло. Поклонился и вперед. Вперед, 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 вперед. Артур, не бороться надо, не стоять. У тебя минута. Что ты стоишь? Держать. Все, ладно, стойку. Давай, Тимоновца. Стойку. Ты слышал, что я сказал? Вот тут стойку. Стойку. Да, победить я же все лучше. Да хватит поправляться, девочки, что ли. Давай бороться. Ставим бус. Ага. Ну, там на шампах какие-то. Да. Поспел своему, да, без принятия. Молодец. Ой, что-то самое крутое. И что? Кто ставит прямую ногу? Сарик. Надо сюда или сюда цеплять. Матей, вперед, что ты сидишь? Вперед, бороться! Не надо отдыхать, вперед! Поменяли! Пошли! Пошли, пошли сразу! Приготовились? Раз! Раз! Два! Два!
100 братков. Треба тут спать, братки. І ми не пропускаємо. Внимание! Раз! Чим-чим-чим! Два!
Поэтому еще раз, чтобы он руку не выставил, чтобы он на голову не упал, чтобы на него не упал. То есть борись аккуратно, бросай, нет проблем. Еще раз, не нервничай. Так, здесь. Андрей Петрович, да. Готов? Да. Дай ему. Андрюша, готовы? Да. Аджер. Еще раз. Партере 5-6 секунд. Саша, стойко. Вот так руку ставишь, Саша, сразу болевой получишь. Не так. Смотри, ставишь, а потом к себе. Поменялись и все, и заправились и сели.
минута. Thank you.
Показал сзади, а потом он уперся, а ты вперед через себя. Напомни, это не вижу, Денис, я не вижу красивого броска, который ты можешь сделать всем. Сейчас ты поменял захват, ты уже улетел, Денис. Так я на тот. Да. Поиск. Оп, тоже, да? Дай мне еще сказать, ты можешь вот это, я же уже вышел за нами. Ты, да, если видишь, то скажи тоже вот это. Он не останавливается, он всегда борется до конца. А ты уже скажи тогда. Так, мальчики, вы не мешаете, не так? Все, можете идти. Матея, следующий. Забрайся сразу, за ковром даже Денис, не выходи. Я не вижу твой ковром. Вот я вижу у Саши. Он бывает через грудь делает. У Андрея я знаю, что он любит заднюю делать, заднюю переднюю. У Артура он такую вонючку в бок делает. Ну, хоть что-то. А у тебя я не вижу. Как я вижу, вот чуть-чуть показал. А как называется вот это? Если ты подбиваешь ноги летят, называется подхват подъемный. Подхват. Но это тяжелый подхват. Под одну, конечно, получше. Но это тоже нормально. Ты высокий. Джек! О! Красавец! Денис, ты выходишь в ворота. Я понимаю, что он не такой сильный. Да? Вот посмотри. Все, что ты делаешь здесь, один раз, второй раз, третий, четвертый, ты привлекаешь к этому. И ты так и выходишь. То есть ты не готовишь. Ты, вот, ты видишь, знаешь, выигрыш. Да? А там ты привыкнешь к этому. Да? И все. Уже ты уже готов. Да, он слабее тебя. А ты там выходишь? Да, да, да. Ты привыкаешь к этому, выходишь там за. Мальчик, уйдите от камеры. Красивый, красивый. Я сфотографирую всех. Немного. До конца, до конца, до конца! Вот! Вот дали он. Есть назад. Есть нет удержания. А ты! Следующий. Отсюда. Дали живой. Молодец, умница. Да? Там туда. Я? Да, туда. Да. А,
Ты остаешься все время здесь, а ты здесь будешь. А жена? Мальчики, не ходите перед камерой, с той стороны. До конца. Оценочка, молодец. А то стоп, чего-то. Можно вставать, ты тоже ничего не сделаешь. Давай, Саша, ты что? И твой дебил. Какой период, да? Направо, больше видит. Можешь почувствовать. Уберу сейчас свое очко. Уберу сейчас свое очко. Далее через грудь. Ему не получится. Получится. Возьми за пояс. Пояс бери. Не-не-не, только так. Пояс возьми. Нет. Не беги на него, пояс просто надо. Просто брыль. Позади. Матея, поменялись. Так, раздаем. Сейчас я посмотрю. А тебе? Да. Вот он подсекает. Бедро надо сразу или перепотеть, или бедро. Стоп! Молодец. Сразу надо только потек. Ногу убрал и бедри. Красавец. Хорошо, если япон, а если базарик? Смотри. Стоп. Стоп, вот это. Сейчас не вижу, что отойдет. Не напечешь еще подсечку. Еще раз. Возьми у меня. Щиток надо. Щиток? Нет, нет, не такое. Это фигня. Главное, чтобы они были без пластмассы, без дерева и без...
Саша, Даня, идите сюда. Поговорите. Кто посильнее? Левую, да? Ну, до конца. Ресур, кто сильнее? Саша или Левин? Левин, Саша. Нет. Хорошо. Саша, иди к Ресуру. Опять. Виктор, сыгу на тест. Виктор, сыгу на тест. Вот ты держишь так за два и видишь, что сзади. Он под друг опустил. Раз, и все, ты никто. Каждый сам здесь. Для того, чтобы сделать сзади, ты должен был тут такое движение. Вот если видишь, у меня ноги на месте. Так, стоп, мате. Пошли вокруг ковра. Денис, спите с Андреем. Я там тебя спил. Вот как жесткий был. Что, ставите на ногу? Вот она как тоже впереди. Да, у меня есть вот такие скейтбокс. Скейтбокс, когда ходил дома. Снимай. Давай, мне. Вы знаете, нас стучали по ноге, она пухает, блин. Если у вас красная нога, температура, значит воспаление надкостницы. Воспаление надкостницы, это значит, уколов 20 надо получить. И нет, вы делаете, и он делает, я вас... Я же могу все научить сразу. До свидания. До свидания, мальчики. Все заправились. Вот здесь построили. Завтра... Нет, вот здесь, пожалуйста, лицо ко мне. Значит, у меня большая просьба. Завтра мы чуть-чуть делаем свои броски и свой любимый бросок. Корону. Я понимаю, может быть, не получаться, но вы... Старайтесь делать как можно больше. И если вы хотите спросить, Анатолий, пойдет у меня этот бросок или нет? Потому что мельница, я получил травму, стал делать другой бросок. То есть я делал заднюю подножку, подхват, но заднюю боюсь, потому что сели на колено, и я побоялся, боюсь. То есть я думаю, какой прием? Чтобы туда не лезть, это мельница. У нас было разрешено с тобой. Ребята, полгода я делал бросок, ничего не получалось. Делал, только один раз как-то, бах, и бросил. И то бросок был какой? У нас была оценка, если падаешь на попу, это кока. Нет, кока. На попу, это кока, а на бок юка. А если на бок лицом вверх, это базарь. У меня не было японов. Но у меня было другое, то есть я ходил, вот как вам делают, раз, и переходил на удержание. Кока или юка, до свидания, и удержание. То есть я себе, я старался, мальчики, полгода, ничего не получалось. Вы для того, чтобы просто так не делать, поговорите. Значит, еще раз, и конечно, это нужно проверять и на своих, и там, на чужих. Это каникулы, там идут обычно тренировки два раза в день. Ну, как бы я уже устал просить вас. Я бы его, видите, отдохнуть, это. Вот. Вот сейчас сборы, например, несколько дней. Я могу сделать, я могу не сделать. Как в прошлом году? Ну тогда да, там. Тренер. Несколько раз приезжали, тренер. Да, только не манежи были, или манежи, да, манежи будут соревнования, а на ботанике будет сбор. В Олимпии? Да. Поэтому посмотрим. И еще, конечно, тяжело. Зато когда получается коронный прием, то я его назову твоим именем. Да. Вот, Саша, через грудь бросает. Значит, через грудь. Его это...
тренировок, нет? Что? Да? Ты говоришь, сейчас вот бросаю, да, например, 10 просто. Сейчас Виктор. А сейчас вот душу бросаю. И бросать нужно не только в одну сторону, вправо и влево. И даже разные, разные смотреть внимательно, разные проходить через грудь идти. Вот ты берешь его и бросаешь. До свидания. Если он цепляется за эту ногу, ты должен бросать с этой ногой. А если он цепляется за эту ногу, ты должен с этой ногой побросать. Учиться там. Все. До свидания. Не больно, Дарья? Жалко. Жалко.